Привет, с вами я, Саня из Низов, веган. Сегодня мы приготовим соевую шаурму 3000 веган калорий для бицепсов больших, блядь. Вот. Вот оператор сегодняшней съемки, мой друг. Привет. Вот. Что нам понадобится? Ой, а что это у тебя такое? Смотрите, значит, это нарезанные огурцы за 100 рублей. 120 рублей. 160 рублей килограмм. Килограмм купил. Лук репчатый. Обычная капуста кочанная. 17 рублей. Самый дешевый продукт, который всем купил. И помидоры тоже рублей 170. А у Миши Вегана все постоянно копейки, блядь. 2 рубля, 3 рубля. Итого там у него соевая колбаса 10 рублей там стоит. Ахуй, да. Вот, самый дешевый коршок, вот. Соль, берем соечки. А, понюхай. А, соечка. Ничем не пахнет. А, ее на сковородке. Раз. А, второй граммушашек. Прям сухую? Прям сухую и на сковороду. Пока. И потом я вам сейчас покажу свой главный секрет приготовления. Так, нам надо побольше. Женя много любит шаурмы кушать, да? Да, я просто обожаю, блядь. Побольше шаурмышки. Так, еще чтобы поднаваристи была. Я думаю, все досыпем. Ну ничего, у нас есть еще пакет сои. Можно еще наготовить на 20 шаурм. Блять. Коршок. Так. Далее. Теперь нам нужно добавить воды. Воды. А то начинает жарить. Вода из артезианской скважины. Дальше перебирать. Нормально, так надо. Хорошо. Еще стаканчик. Красиво. О, привет! Ты пришла на шаурму? Так, тебе перло? Нет. Кирки, это стул так трещит? Да. Джеги Эгейм. Герои! Бля, у меня телефон реально. Ой, зачем это лаврушку ты добавляешь? Чё? Лаврушка, она дает пряности, аромат небольшой. Царь леса. Это лаврушка? Да. Че не знаю. Царь леса? Ладно. Так, теперь всем нам нужно, чтобы это все покормилось. На 5 минут, дорогие друзья, мы это все накроем. Ой, что это тебе такое? Это мой секрет приправы для сои. Очень вкусный, самый вкусный в мире. Смотри, как она уже разбухла после испарения, варки и так далее. Теперь нужно открыть приправу и придать ей аппетитный аромат курицы. Курицы. Сублимации. Вот. Ты вот сколько мяса не ешь? 10 лет почти. Я 8. Много приправ ешь? Да, хуя. Я тоже. Мы сам любим вот это. Мне тоже нравится, очень хороший. Ой, вкус самый лучший. Самый лучший приправ. Так. Теперь это все дело перемешиваем, чтобы образовалась золотистая корочка румяная, очень вкусная. Берешь кастрюльку? Да, сначала берешь кастрюльку. Это Егорова обзор такие должен делать. Нужно немножечко, да? Так, было мало приправы. Не, нормально, блядь. Да не вся она золотилась, а. Не вся. Надо побольше. Потому что мясо
Ну что ж, ждем приготовления, а потом уже будем заматывать скоро шаурму. Да. Хорошо. Хорошо. Ну вот, дорогие друзья, я Александр Веган. Веган. Вот, у меня все готово. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Жень, понюхай, как пахнет. О, хорошо, очень. Очень вкусно пахнет? Прикольно. Тут я... какой-то народ понабежал, дикий, с окраины. Сразу же, как узнали, что вот что мы тут будем готовить. Народ. Так, ну все, в принципе, что у нас? Шурма готова, соя готова. Фу, блядь, шурма готова. Шурма не готова, соя готова. Теперь ее осталось только лишь закатать. Закатаем, закатаем шаурму, закатаем. Да ты не попробовал. Даже не вытекло. Нормально. Я, чтобы не касаться своим спидозным ртом. А, у меня, прикинь, что? Я уже каспийцы показывала. Ну, че? Я не буду показывать. Тебе рак? У меня, короче, этот, с утра, ну, коллега мой по работе хотел, чтобы я его заменил. Да? А знаешь, что он почему не хотел выйти на работу? Потому что он покрылся язвами, блядь. Если пришел до работы и сказали, что он вышел, он весь такой, типа, гниющий был, блядь, ну, поебал. Что с ним, почему? Не знаю. Ну, сказали, чтобы я вытер, типа, рабочий стол, за одним сидим там. Взрослый. Да. Ну, что, пойдем домой? Я живу. Не, у меня язв нет. Не, у меня есть уже все. А, ну, жене осталось. Так, ну что, дорогие мои друзья, вот что нам понадобится. Сначала уложим капусточку с любовью, с красивой любовью. За майонезки капусточку положили. Теперь настало время сайцы. Сайца, ой, сайца вкусных, сайца. Ох ты, ух, ах ты какая. Она завернется так много сои, жесть. Да, очень жестко. Очень вкусно завернется, я вам покажу великий тайны своего заворачивания. У меня больше не поместится. Поместится, смотрите, вот. Надеюсь, это не мое. Берем тебе. И не даем тебе. Соус терияки кто будет? Я буду. Он веган. Острый. Он сладкий. Хочу острый. Я не хочу только сладкий. Сои. Нет? Хочу острый и красный. Все. Джигерри. Так, этого добавили. Жнёк, это будет твоя первая, да? Давай. Так, поострее, да, остриночку делать? Да, побольше. Чтоб прям до темечка дошла. Так. Как ты любишь. Чтоб просто пустаки начался. Опять, снова в какую раз десятку? Да. Тут у тебя десятки. Огуречка положили. Помидорки всему голова. Пойдем еще. Вот вообще так сверху. Второй слой просто. Подожди, сейчас. Сейчас все будет. Сейчас вам покажу. Как с собой, я не знаю, да, у нас подходим. Ну, поебало! Давай! Нет. Да не завернется. Смотри, завернется. Завернется. Все, ребята. Нет. Не придумал? Мало. Чё пасту пройдёшь? Угу. Видишь? Всё, блядь. Она полосурвала. Тихо. Да, ёп. Тихо. Нет. Удержал. Опа! 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 Есть? Килограмм ещё нет? Нет. Ты полкило точно. Как ребёнок. ЖК первый. Такое. Буду её сосать. Зачем, пока будет одно дело, это уже поджарить? Да, Женька, он побольше. Это он может. Я нормально, я. Мало я? Второй. Нет, он нормально ест. Так, теперь. Кому следующий? Мне чуть только что поменьше всего. Поменьше хочу. Так. Чуть-чуть капусты. Вот хорошо, да. Чуть-чуть. Зачем хорошо, побольше давай. Чуть-чуть есть капусты. Ну ладно, капусты еще можно добавить. Чуть-чуть. Спасибо. Чуть-чуть помидорки. Можно еще чуть-чуть добавить. Вот. Пять. Огурец. Огурец, да. Огурец. Ёп.
огурец есть. Так. Лук сверху. Сальцы, да? Салат. Можно какая-то. Можно еще помидорок и огурцов. Можешь сама доложить. Я руки тебе. А, ну ладно. Еще помидорочку. Куда эти вот сюда? Вот в середину. Ага, и огурцы. Спасибо. И немножечко соли. Так. Панч. Сухарятина. Всего этого будет достаточно, спасибо. Ты чего тут достаточно? Тут даже тролль не наестся, мама. Вот еще ложечку. Для мамы. Для мамы? Для папы. Для моей мамы. А где моя мама? Блин, да, плохая пенсия. Ладно, хорош. В общем, очень вкусная шаурма, ребята, сейчас получится. Все вот попробуют оценить, всем понравится, я уверен. Кто не оценит, сука. Мне можно стерянять. Терияки будешь? Я буду все. Все хочешь? Хорошо. Терияки очень вкусные. Я же речь. А ты нет? Смотри на свое вообще. Че? Гигантскую в 3 раза больше, чем у меня. Че больше? Шурма. Смотреть на меня вообще жарный стал. Так, че, терияки? Я шурма. Я не шурме, блядь. Сложно на камеру говорить, да? Да. Так вот. А самый главный ингредиент нашего сегодняшнего блюда это постный майонез. Ласка. Тебе доплачивают? Да. А локти ты чё в лаваш поставил? Тихо. Ты всё испортил. Никто бы и не заметил. Так. Заворачиваем. Да. Хэч! Так, нет, надо сначала пару раз вот так провернуть, а потом края пошли. Кажется, твоя сейчас... Да нет, давай. Все, хлебаем. Вот хорошо. Да. Чем котя. Зашла. Сука, шуя, она звалится сейчас. Нет, ты... Вилку сразу дай. Нет, бушка. Женек. Сейчас я как они тебе ставят. Хоп. И сейчас провернуть надо, знаешь? Придется заново начинать. Покинул пластик. Мы все время будем смотреть теперь на шаурму. Когда она впервые появится. Ничего не слышно. Да ее не видно, наверное, будет. Вот, прошу, Жень, шаурма на пол. Вот вкусная тебе. Попробуешь? Спасибо. Попробуешь, вот скажешь в комментариях. Да, он горячий. На тебе. Прошу. Оператору. Кушай. Так. Жнёк, ну как шаурма? Бля, нормально вообще. Ой, смотрите, какая красивая. Очень вкусно. Очень вкусная, все вкусная, да? Как торт. Как торт. Очень вкусно. Бля, ебать. Охуенно, бля. Класс. О, какая вкусная шаурма получилась у меня, самая большая. Сука, жри, блядь, жри. Чё, как вкусно? Вкусно тебе? Вкусно? Вкусно ешь? Вкусно? Зашёл? Вау! Пиво русское! Русский парень! Сейчас фристайл от Женька будет французского рэпа, давай! Я гирей мори, франце гири! Чё гирей римо? Джигири, джигири мо! Гиру, ля мохири! Бля, вот это кайф, вот это сок сочно. И про чё это было, про чё? Да, жизнь. Гетто? Дим, давай, привет, ешь, вот, да. Вкусно, попробуй откусить. Мне, кстати, на самом деле вкусно. Ой, какая вкусная, Дим, вкусная? Да ты ещё даже не поел. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, Саня Жнецов.